Ну что же, здравствуйте все. У нас с вами пятый урок. А, метод грубой силы. Сегодня у нас метод грубой силы. Я расскажу вам а, ключевую идею этого метода, и мы посмотрим с вами на... Несколько приложений. Итак. Э смотрите. Есть задача. Задача подразумевает некоторый ответ. Да? Что такое задача? Да? Задача подразумевает некий ответ. То есть есть некие условия. Прошу прощения. Да? Некие условия. Входные данные которые могут быть даны из некоторого набора входных данных. Да? То есть по сути решение задачи ну как алгоритм, который должен научиться решать задачу да? вот. вот это это алгоритм. То есть он получает входные данные конкретных типов и выдает ответ конкретного типа, понятно да. То есть его можно рассматривать как коробку черную такой черный ящик, который нечто делает, да, и должен выдать нам ответ. Но фишка в том, ну можно его рассматривать как функцию, да, можно сделать поправку, что это вычислимая функция, вот, ну параметров там понятное дело может быть не один, да, но тем не менее есть некое множество, да, образов, да, про образов прошу прощения, да, есть некоторое множество образов, ну я к чему? Что вот это множество возможных состояний ответа, множество возможных состояний ответа, оно конечное, не бесконечное. Наши переменные, которые получаются, наши данные, которые получаются в итоге, они цифровые. Цифровые конечной длины. Таким образом, вот множество значений, которое получается вот тут вот, давайте я сделаю, как будто это функция от одного параметра, да, и как y равно f от x, да, то есть он вычисляет некий y, принадлежащий вот этому вот множеству, да. Ну и у меня, соответственно, есть некий x, там, принадлежащий оригинальному множеству, я не придумал, как его назвать, там, допустим, а, пускай будет называться, да. Вот, и что получается? Мы имеем конкретное значение входных данных x0. Нам дали конкретное значение, для которого нужно вычислить, алгоритмически вычислить результат. И мы пытаемся изобрести этот алгоритм. Так вот, существует большое количество задачек, для которых, если у нас уже есть готовый ответ, вот есть готовый ответ, да, некий y0, который должен получиться в качестве f от x0, да, в этом случае мы можем легко проверить их как пару. Да, взять и проверить и сказать, о, это ответ, супер, это ответ. Понятно? То есть мы подставляем их в некую проверялку, да, некая проверялочка, которая проверяет. Да. А как эту проверялку сделать? Да очень ну как сказать, представьте себе, да, это я так говорю, что вот у нас есть этот алгоритм, а если его нет еще, да, то есть я его еще не придумал, у меня этой функции, я бы сказал, да, ну давайте сравним f от x нуля и y нуля, нету f от x нуля, нет, нету f, да, но поскольку задача часто ставится так, что мы можем осмысленно проверить, взять тупо, подставить их в нечто, да, подставить их в нечто и проверить, правда или нет, да? Ну, я напишу «правда» как единичка. Да? Понятна логика? То есть, некое логическое выражение, которое говорит «вау, круто, это ответ». И стоимость вот этой проверки очень часто бывает маленькая. Легко это сделать. Понимаете? То есть, это не занимает длительного времени, вот эта проверка. Вот. И тогда какие возникают идеи? Самая примитивная идея это ⁇ А давайте возьмем и начнем полностью вот это дискретное множество перебирать ⁇ перебирать просто. Ну, то есть это называется, да, возьмем, если мы можем, у нас есть преступник среди некоторого множества людей, и нам разрешено их что называется, ä, пытать. <свят> То есть нам не нужно вычислить дидактически, как-то как там... Ä, короче, не, нам не нужно вести работу следователя, вычислять, исходить из исходных данных, а мы можем взять и каждого пытать. Говорит, ты преступник, а ты преступник, да? И мы берем и полный перебор, да просто полный перебор. Ни один не пройдет мимо. В какой-то момент мы обязательно что? Напоримся на ответ. Мы вдруг внезапно обнаружим y нуля, который при подстановке в некую проверялку, логическую, да, логическую проверялку, то есть, ну, некоторым условию взяли, вычислили и вау, это оно. Ну, пример. Пример. Например, найти корень квадратного уравнения. Найти корень квадратного уравнения. В чем проблема? Ну, множество бесконечное да но если мы <laughs> работаем в дискретном множестве да, то мы можем нечто ну договориться да там то есть некое некое число которое при этом даст нам значение функции если это вещественная функция там меньше близкое к нулю настолько то все сойдет либо нет не сойдет еще один интересный момент ответов может быть много. То есть так бывает, что ответов много. И любое из этих значений может подойти в качестве ответа. Тут возникает такой момент, а чего я хочу? Мне нужно найти каждый, мне реально нужно найти всевозможные варианты. Или мне достаточно предъявить некий один. Или может быть какой-то, простите, пожалуйста, или может быть какой-то из них, который... который, например, самый маленький или самый большой. Это в том случае, если множество у нас выстроено по порядку, то есть оно в принципе может быть упорядоченное упорядоченное множество. Так, друзья, я боюсь, мне придется ответить на этот звонок, поэтому на секундочку я остановлю занятие. Простите. Короче, самая-то проблема в чем? Метода. В чем проблема метода грубой силы? В том, что вот это множество может быть очень велико. Да, оно конечное. Но с каждым дополнительным битом, да, с каждым дополнительным битом, который входит в наши данные, да, вот у нас, ну, то есть, даже ладно, битов, да. Просто в принципе сам перебор разумных значений, да, он будет возрастать комбинаторно, если задача усложняется. Да? То есть вот проблема именно в том, что полный перебор, вот количество операций, да, получается пропорционально кардинальному числу вот этого множества, ну или мощности, да, множества, слушайте, я зря его назвал М, лучше бы я назвал его Б, а мощности множество Б, да, то есть вот этого, вот множество возможных потенциальных ответов, понятно? Нет, понятно, что чисто по теории вероятности я не буду всегда на этот ответ попадать последним. Да? Все-таки нет. Но возникает некая игра, некая случайность. Я не знаю точно, где находится ответ. И есть Разная, возможно, вероятность от, от попадания самым первым до самым последним. Понимаете, да, вот какая логика. И теперь давайте с вами кратенько поговорим про, раз уж мы тронули вот этот момент, про такую вещь, как скорость работы алгоритма. Скорость работы алгоритма. Вот смотрите, есть такое понятие, как масштаб задачи. Ну, то есть входные данные, которые я написал, да, они могут быть... Разные по сложности, по размеру, как бы да по масштабу. Да, найти иголку в игольнице, да, найти иголку в мешке сена или в стоге сена, или на поле сена. Разное будет разный масштаб этой задачи. Так вот, например, тестирование простоты. Вот тест простоты. Эта задача, я имею в виду сейчас простой. Потому что есть сложные, хорошие, интересные тесты простоты. Но вот есть тест простоты, который мы делали в прошлый раз. И он как раз принадлежит вот этому классу: перебор да, потенциальных ответов при помощи метода грубой силы. Да, метод грубой силы, он, кстати, еще по-английски так из, очень известное наименование да, Brute Force. Вот. И а, смысл следующий: вот тест простоты. Я Наверное, повторю его. Да, что мы делали? Мы перебирали всевозможные делители. Да, ну, в принципе, их можно перебирать в цикле while. Да, пока... А, что у нас там? Что у нас было? А, нет, я в цикле for их перебирал, да, по-моему. Перебираем, неважно, я в цикле for сделаю. Начнем с двойки, да, до тех пор, пока d умноженное на d, ну, в смысле, d в квадрате, а, ну, ну изначально там было всевозможный делитель, давайте изначальный вариант, да, пока d меньше, чем n, да, что я буду делать? d плюс плюс делитель увеличиваю, да, и дальше что я делаю? Говорю, если у меня x поделился на делитель, x по модулю d равен нулю, в этом случае что? Я делаю два действия. Во-первых, я говорю из prime false, да? Учитывая, что изначально я его выставляю в true на да? булевскую переменную. True. Вот. А во-вторых, я могу прервать, потому что дальше мне двигаться не нужно. Да? Ну а если я не прервался, то тогда что я делаю? Я увеличиваю делитель D плюс плюс. Все. Ну вот примитивный перебор. Да? Что происходит? У меня есть множество потенциальных делителей. Да? И мне для того, чтобы ответить на вопрос, собственно, число у меня а, простое или непростое, нужно предъявить. Либо предъявить делитель, либо показать, что их нет. В этом случае да, я перебираю всевозможные делители просто тупо по порядку. Да? Естественно, что сложность у меня растет да, пропорционально n. И я могу сказать так. Понятное дело, что для разных чисел у меня будет в разный момент прерываться мой алгоритм. Иногда он будет прерываться по брейку, потому что число оказал, нашелся делитель. А бывает, будет, когда он добегает до конца. Давайте вот именно самый первый вариант рассмотрим. То есть получается так. Как ведет себя по сравнению с числом x, с его размером, с числа x, как себя ведет количество операций. Как себя ведет количество операций? Да оно растет просто линейно. Линейная вот такая функция. Потому что количество операций будет, то есть в конечном счете у меня в, в течение цикла выполняется одно деление, ну оно по сложности деление, одно сравнение, да, ну это я даже не считаю, будем считать, что его не происходит, да, и прибавление, одна, одна инкрементация, ну три операции из которых реально сложно это деление. Ну ладно, еще... Э, а, ой, простите, это делать не надо, она у меня и так происходит. Простите, пожалуйста, это, это не нужно делать. Я запихнул в этот раз в цикл for, инкрементация происходит и так. Но она тоже делается. На самом деле, еще одно сравнение происходит. Ну хорошо, четыре операции, из которых одна относится к делению. Мне не так важно, сколько времени занимает каждая из этих операций. Но я точно могу сказать, что у меня количество операций будет пропорционально тому, сколько произойдет итераций цикла for, то есть сколько раз он крутнется, да? Поэтому, если я возьму быстрый компьютер, ну нет, количество операций операции поменяется, но время, да? Время как себя будет вести, время выполнения вот этого кусочка кода на быстром компьютере оно будет меньше, да? На медленном компьютере оно будет больше, но поведение будет похожее. Оно будет по мере роста икса будет расти время выполнения. То есть я могу взять да, на каком-то конкретном x и сказать, вау, да это, нам, это быстрый алгоритм, а тут, вот, о, медленный. Это неправильно. Неправильно судить алгоритм по времени выполнения. Потому что компьютеры меняются, да, и важно оценить сам алгоритм. Понимаете? А раз так, значит, нам надо, во-первых, смотреть не на время выполнения, да, а на количество операций. С другой стороны, на разных архитектурах операции занимают разное время. Ну, то есть где-то э, умножение, деление сделано очень эффективно на каких-то компьютерах, на других нет. Вот, э, процессоры заточены под разное, где-то там какие-то еще. Короче, смысл такой: совсем уйти от архитектурных вопросов нельзя. Потому что, особенно, когда начинается параллельное программирование. Но мы на него забьем. Скажем так, все наши алгоритмы, они будут происходить линейно. Да? Вот, вот, Началось и поехало линейно выполняться одним исполнителем, одним процессором. То есть, действия происходят последовательно. Да? Или можно так сказать, на моем множестве потенциальных ответов, только один следователь пытает, допытывает, простите, при, потенциальных преступников. Понятно, да, логика? А ну, в параллельном программировании там я могу два процессора запустить на некоторые виды задачек, да? Или там 4, 16. Короче, можно параллельное программирование, но, конечно, может ускорить. Но забьем на него, да, будем говорить пока про линейные вещи. Про, про, прошу прощения, однопоточные. Так вот, Фишка в количестве операций тоже бывает немножко разная, потому что разная реализация алгоритма, она может себя вести. Но, но а, я сейчас хотел сказать о том, что а, принципиально алгоритм, в котором количество операций равно 5 в цикле или 4 в цикле, не отличаются существенно. То есть их время выполнения может отличаться, там не знаю, в, 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 хорошо, 6 операций, 4 операции, в э, этот самый может время выполнения отличаться в полтора раза. Но по сравнению с вот этим, вот это, да, в полтора раза может отличаться, в два раза может отличаться, но это не радикально. Не радикально. Про, именно важно то, а что происходит вот там когда x устремляется к плюс бесконечности. А что будет, если я начну совать туда очень большие числа? Потому что оказывается, что если это множество, оно растет хуже, чем просто пропорционально входному числу, да, каким-то взрывным образом, то тогда, э, если один алгоритм вот такой, а другой вот вот, вот такой вот, да, то надо сказать, что алгоритм линейный будет все-таки предпочтительней, потому что на плюс бесконечности, да, он в бесконечность количества раз лучше по времени, но ну, чем ниже, чем меньше количество операций, тем лучше, да, чем тот, который улетел туда ввысь по количеству операций. Понятно? Хотя поначалу могло показаться, что первая функция, это функция времени, ну, количество операций от масштаба задачи. Ладно, еще одну сложность. Вы же умные ребята. Я вам расскажу еще одну вещь. Смотрите. А вот в этом алгоритме, почему я его и записал, для разных конкретных чисел время выполнения будет, количество операций будет разное. Да? Давайте возьмем, например, число 2. А? Число 2. Мы сразу проверяем делитель 2, проверяем делимость и тут же выходим из цикла, да, тут же выходим из цикла, то есть у нас идет а, раз действие, да, два действия, ну и вышли, да? ну и условных два действия, два на два, ну пусть у меня по этой оси у меня немножко сжатая ось будет. Берем число 3. Берем число 3. Для числа 3 смотрим, да, двойка, раз действие, да, увеличили 2, э, ну, проверка, 2, 3, да? Дальше э, с увеличенным 4 действия, 5 присвоили из prime false да? и вышли. То есть для тройки получилось у нас 5 действий. Да? Ну, я, может, чуть-чуть высоковато загнал. Да? Для четверки сколько действий потребуется? Для четверки запускаем. Да? Мысленно запускаем. Поехали. D равно 2. 4 по модулю 2, 0, 0. То есть у меня получается для четверки те же самые два действия. Алгоритм вообще не зациклится, он сразу выйдет, он просто раз, тыкнется в двойку, оп, поделилась. Да? Для пятерки, что получается? Для пятерки пробуем двойку, не делится. Пробуем тройку, не делится. Четверку не делится, выходим с тем, что число простое. То есть у меня произошло 2, 3, 4 были испробованы да, каждый раз по 3 операции, я считаю, инкремент сравнения и сравнения. Да, ни разу я не вышел из цикла. Вот. И что я говорю в итоге? А, для двойки на самом деле будет быстрее еще, потому что я даже в цикл попадать не буду. Для двойки там еще быстрее. Потому что ну, я условную одну операцию начислю, но реально я просто в цикл вообще не попадаю с двойкой. Потому что d равно 2, но 2, а, и так меньше 2 это неправда. Поэтому в цикл фура я вообще не буду попадать. Так что для двойки я буду считать условную одну операцию: 1, 5, 2. Для, для пятерки еще раз, да, посмотрим, сколько у нас получилось. Три полных итерации в каждой по три действия. Итого, 3d3, 9. Да? 9, так, 9 это у нас условно где-то вот тут вот будет, да, то есть вот тут вот точечка, ну, я просто считаю конкретно n, которая получается, да, давайте для шестерочки посмотрим, 6, опа, сразу поделилось, ну, то есть мы вошли в цикл, обнаружили, что делится оно на 2, и сразу же вышли, говорю, ой, оно непростое. Ну, естественно, что вот эта ситуация с двумя действиями, с первой итерации сразу же, да, она будет повторяться регулярно, да? каждое второе число. И тут вдруг встретилась семерка, а для семерки у меня получается что? Надо исключить в качестве делителя двойку, тройку, четверку, пятерку и шестерку, да? 5 умножить на 3, 15, да? Ну, короче, фишка в том, что оно будет расти, да, оно будет расти вот так вот, но условно линейно, да? То есть оно, оно э, пропорционом nx минус 1 умноженное на 3, да? То есть 6 умноженное на 3. И это будет происходить для простых чисел. То есть именно простые числа, да, они будут требовать очень вот, большого времени. Да? Все составные, они будут вот такие. То есть, если я захочу это построить как график, то будет выглядеть вот такая вот фигня. То пусто, то густо. То алгоритм срабатывает мгновенно, да? для восьмерки. Да? Для девятки он срабатывает не так мгновенно, но все-таки довольно быстро, потому что двойку он не отбросит и только по тройке выйдет. Да? Для десятки снова просто, для одиннадцати он опять взлетит туда. Поэтому смотрите, какая история. Но бывает еще хуже, что при конкретном масштабе задачи иногда бывают алгоритмы, которые могут выдать разное количество операций. Такое бывает, сейчас мы не будем про это обсуждать. Но мы берем и идем по как бы самым верхним, да, по самым худшим случаям. Потому что не имеет смысла просматривать и говорить об асимптотике алгоритма, если я буду говорить о каких-то очень удачных ситуациях, которые мне попадаются. Понимаете? То есть мы всегда смотрим на n операций, да, как бы наихудшего случая. Ведь я не знаю, каким-нибудь ярким цветом напишу, да, n операций, наихудшего случая. Ясно? Именно по вот этой вот логике да, при э, алгоритмах полного перебора, при использовании метода грубой силы, асимптотика будет пропорциональна тому множеству, среди которых я еще ответ. И вот идея какая. А может быть мы можем как-то это дело упростить. И оказывается, что таки можем. Есть способ некоторые потенциальные ответы исключить. И вот есть способ такой. Давайте отсечем отсюда как можно больше. И вот способ математического осознания, что не имеет смысла искать делители после того, как мы увидели этот, а, кому мы там увидели, а, после корня из икса, да, уже делителей искать смысла нет. И дописывание вот сюда d, умноженное на d меньше n, очень сильно сокращает наш поиск. Да? И поначалу для маленьких чисел это может сильно затруднить. Ну, ну, например, для числа 2 мы выходили вот так вот за одну итерацию, а за одно действие вообще. А, ну, итерации не было. А тут, да, тоже не будет итерации, но мы должны будем уже 2 умножить на 2 и сравнить с той же самой двойкой. Да, получится, что он уже умножение, оно занимает больше времени, да, но умножить и потом сравнить, да, все-таки это дополнительное действие. Но за счет этого мы сужаем круг поисков, то есть мы можем кого-то сразу, как это, у них алиби, да, у них алиби, и мы их даже не будем перебирать. Метод сокращения полного перебора, понятно? Откидываем заведомо какие-то несостоятельные случаи. И... От того, насколько многим людям мы выдадим алиби, тем легче будет искать преступника. Да, если уж мы идем методом не дедукции, там, да, его вычисления этого алгоритма каким-то образом, да, а вот методом полного перебора, то имеет смысл вот это подбрасывать. На самом деле с э, методом, с тестом простоты есть еще одна штука, которую можно прикрутить сюда. Вот именно то, что видно, что там каждое второе число, например, да, оно просто надо проверить, ну зачем я гоню и проверяю ему делители, да, ну просто проверить сразу, делится оно на два или нет. И это упростит жизнь. Вот. Это сразу может упростить жизнь. И тогда я смогу начать перебирать делители. Сейчас, если я не ошибаюсь. Если я исключаю двойку, то я могу начать перебирать делители по нечетным числам. Если число не делится, если он делится на 2, то ок. А если оно не делится на 2, какой смысл перебирать каждый четный делитель? Делится ли оно на 4, на 6, на 8? Зачем? Оно бы иначе на 2 поделилось, правда? И тогда я говорю, давайте просто бежать по нечетным делителям. Я поставлю сюда d плюс равно 2, да? плюс равно 2. И тем самым так, буду увеличивать сразу по 2. 1, ну, 1 не надо проверить, да, 3, 5, 7, 9. Ну, исключить каждый третий еще это уже сложнее, это не надо делать, но тем самым я могу на самом деле очень быстро проверить или не проверить каждого второго, да, то есть каждого второго я ему могу выдать алиби, а уж всех остальных, ну, либо уж он попался сразу, да. Ясна логика? Вот, вот такой вот есть прием. То есть можно было бы вот здесь вот изначально, да, вместо true, например, написать, что x делится на э, этот самый, делится ли x на 2. Но, ну, наоборот, что x не делится на 2, да. Not x процент 2 равно равно нулю. А d начинает сразу тогда стройки. Вот это будет прикольно. И еще в два раза уменьшаем количество потенциальных кандидатов. Так, ладно. Давайте с вами, вот я поговорил про него, да, а теперь давайте попробуем поговорить. Ой, может я зря стер. Первый раз я ввел понятие асимптотики. Давайте сделаем какой-нибудь... Когда я это делаю? Сегодня я это делаю. Сегодня это делаю, но я хотел для начала, чтобы вы почувствовали комбинаторную сложность, комбинаторную сложность этого метода грубой силы. Давайте мы с вами попробуем посмотреть на это при генерации вложенными циклами некоторых комбинат, при решении комбинаторных задач. Где еще мы словим комбинаторную сложность? Итак, Интересно, в чем проблема? Простите, сейчас я проверю, что у нас все работает. А, слава богу, все. Клава работает. Так, и где мы живем с вами? Lesson 05. Алексей, Надежда и Владимир тоже здравствуйте. И Тимофей рад приветствовать. Так, значит, мы с вами сейчас сделаем э, вложенные цикли. Э, значит, это у нас получается embedded loops. Итак, а, задача. Вася купил счастли. А, Ладно, давайте сразу. А, я не знаю, застали во времена, когда в автобусах и троллейбусах продавались билеты. Я подозреваю, что уже не застали. Но в моем детстве еще были билеты автобусные. Жаль, я не сохранил ни одного. Может быть, где-то в каких-нибудь дальних коробках их можно найти. Что такое билет? У а, существовал такой человек, кондуктор, который проживал свою жизнь в автобусе или троллейбусе. Но ну, имеется в виду рабочий день. У него был вот такой вот рулончик. На этом рулончике бумажный. На этом рулончике были напечатаны вот так вот сплошняком билеты, как на киноленте, да, на вот этих старых фотопленках, да, только это на бумаге. Вы платите ему деньги, допустим, 30 копеек. Тут написано, да, на вот этой штуке написано, это билет на автобус, да. А эти билетики специально печатались цветные, да. Соответственно, автобус, Тут написан его номер 012765. Эти номер, да, он, он на условно почти обычной бумаге напечатан, да? Во времена цветных принтеров это, конечно, э, глупо, наверное, делать такие билетики, потому что любой мог бы тогда распечатать себе. Вот. Но э, фишка в том, что примитивные средства защиты были. И вот этот вот номер является средством защиты. Потому что, когда заходил контролер, он проходил и смотрел не просто наличие билетов, а чтобы эти билеты были куплены у этого кондуктора, то есть они были из того же самого рулончика, да, там может какой-то дальше, какой-то ближе, но начальные цифры совпадают, то есть они первым подходили к кондуктору, смотрели у кондуктора э, его номерки на его рулончике, да, спрашивали, что он там, а у него записана серия, да, как в какие серии. Этих рулончиков он сегодня продавал. Ну и можно вычислить, да, не едет ли человек по билетику второй раз, например. Да, не обманул ли он кондуктора. Вот, поэтому были кондукторы и контролеры. И вот народ развлекался тем, в отсутствии сотовых телефонов, и я тоже развлекался тем, что считали номера счастливых билетиков. Счастливым назывался такой номер, если у него... Сумма первых трех цифр равнялась сумме трех последних цифр. Ну вот этот билетик вообще несчастливый, да? То есть у него здесь сумма цифр дает трояк, а здесь у меня сумма цифр получается какая, да? 18. Вообще не годится, да? Но если немножко это дело подправить, например, а что если серия там, не знаю, 912, да, а здесь будет какая-нибудь, ну, у меня сразу резко больше стало, да, стало здесь 12, да, ну, чем бы тут еще уменьшить, не знаю, там, 705. И вот, и вот у меня уже э, возникает равенство, да, что у меня сумма цифр слева равна сумме цифр справа. И вот одна из классических комбинаторных задачек, а сколько вообще, существует различных счастливых билетиков в серии 6 цифр. Давайте для начала решим эту задачу в ситуации, когда у нас цифр 2. Я специально сделаю упрощенный вариант, да, то есть у меня две цифры от 0,0 до 9,9. Я заранее знаю ответ. Задача становится в этом случае примитивной, да. И я математически просто знаю ответ. Ну, всевозможных билетиков, в которых сумма цифр слева равна сумме цифр справа, будет равна 10. Но будет прикольно увидеть это, собственно, в программе, да. Ну, то есть посмотреть, чтобы программа выдала тот же самый ответ. Как это реализуется? Да, мне самый простой способ, поскольку у меня два, две цифры, да, так их и запустить. Ну, да, мне понадобится общий счетчик количества билетиков, да int ticket number. Ну, давай, как их называется? как их назвать? Счастливые. Happy. Или лучше лаки. Удачные. Да, я тоже думаю, что лаки тут более точный смысл передает. Lucky tickets. Lucky tickets number. Значит, я его поставлю в ноль. Я ввел переменную, да, она очень длинно называется, но зато четко понятно, о чем это переменная. А теперь смотрите, я буду перебирать числа. Ну, вот для чисел я не буду ничего выпендриваться, они у меня будут называться просто там... Ну, можно было бы x, y, z называть, но я все-таки их буду называть э, по номеракам. То есть первая циферка, да, и нумеровать цифра буду слева направо, просто 1, 2, 3. Соответственно, у меня будет digit 1, d1, да, digit 2, d2. Итак, поехали. В этом цикле я буду перебирать цифры от 0 до 10 не включительно. Да? Шаг, естественно, D1. А вложенным циклом, то есть для каждой такой цифры D1, я буду снова перебирать, но это будут уже цифры D2. И вот здесь я буду делать следующее. Вот внешний цикл является большим циклом. Большим циклом. То есть с точки зрения... А, я понял, в чем дело, кажется. Во, все, работает С точки зрения беготни глобальной, да, это как бы большой стадион, да, но, выполняя большой цикл, мне необходимо каждый раз отсчитать d2 от 0 до 10. То есть, получается, что я, чтобы выполнить вот эту траекторию, да, моя задача состоит в том, чтобы намотать маленький цикл 10 раз. И это каждый раз. То есть, я для того, чтобы выполнить эту большую итерацию, я начинаю ее бежать, да, а ее смысл состоит в частности в том, чтобы 10 раз пробежать по маленькому да, кругу сделать 10 итераций маленького цикла. Понятна логика? Они именно что вложены, но если это нарисовать на временной шкале, то получается так. Вот первая итерация большая, вот вторая итерация большая, а вложенные итерации, они как бы на них раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А если я сделаю еще меньше итерации, да, соответственно, у меня Каждая вот эта итерация должна будет включать в себе еще цикл. Ну, давайте пока до этого доживем, сделаем пока просто, в принципе, вложенные циклы. Итак, давайте вот это понятие, да, вложенные циклы. Получается, цикл в цикле, да, он будет выполняться многократно. Ну, и пока давайте просто распечатаем. Этот самый сяут. Вот. А, распечатаем d1, d2. Ну, я их буду распечатать без пробела в одну строчку. Ну или можно там перевод с треки вот так вот сделать. Вот, так сох... а, Я я я я сохранил как C. Надо закрыть, открыть и назвать его .cpp. Итак, поехали, давай. Но он сразу выполнился, поэтому имеет смысл посмотреть, обсуждать результаты. Сейчас он выдал мне всевозможные числа, да, то есть я просто отпечатал каждое, да. И вот он сделал мне все в итоге числа, да. Но если я буду печатать d1 вот здесь, вот один раз, да, касая n. Вот, а здесь я буду делать отступ, чтобы видеть, когда это происходит. Да, ну, допустим, даже вместо D1 я буду печатать значок табуляции. Вот это вот касая T означает значок табуляции, то есть широкий пробел такой. Сразу, ну, либо 4, либо 5, в зависимости от настроек. Вот, а давайте посмотрим, опять же, вот, смотрите, да, здесь виднее, собственно, большие и маленькие итерации их прям вот можно увидеть, да, вот первая большая итерация D1 равно нулю вторая большая итерация D1 равен 1, да, а тут D2, ну, печатать-то мне его никто не помешает много раз, да, поэтому давайте вернем, как оно было, ну, подождите, а зачем вообще возвращать, подождите, ведь печатать там мне не нужно каждый билет, мне нужно печатать только счастливые билеты. Поэтому получается так, что я вот здесь вот обеспечил генерацию всевозможных ну, примитивных билетов двухциферных. Да. Детки решили поиграться, сделали билетики. Да, сами изготовили. Естественно, не сотни тысяч, да, а так. И вот смотр, хотят там посчитать количество счастливых. И вот мы генерируем всевозможные комбинации D1, D2 вложенным циклом. А здесь я делаю фильтрацию и говорю, а вдруг это ответ, как мне это убедиться? Ну, в данном случае очень просто. d1 равняется d2, это ответ. Но в данном случае мне нужно посчитать всевозможные подобные комбинаторные объекты. Да? Поэтому я что делаю? Беру Мне не надо распечатывать все билетики. Мне достаточно распечатать и проверить, что это именно счастливый. В данном случае, в случае примитивных билетиков из двух цифр, да, это просто равенство D1, D2. Получается, что у меня вот это два циклофор в данном случае обеспечивают простой полный перебор возможных билетиков. А здесь я осуществляю фильтрацию, в которой скажу, подождите, да, а проверим, ты преступник или нет, ну в кавычках, да, то есть испытаем тебя как потенциальный ответ. И если ты подход... в данной задачке, получается, что мне нужно каждый, да, то есть я хочу найти их общее количество. Ну, для начала могу их тупо распечатать. Да? Но на будущее мне нужно будет посчитать их количество. Ну, в случае, если у меня в if одна команда, я могу не делать скобки. На самом деле в данном случае в цикле for получается один цикл for, в этом цикле for один if. Я могу, в принципе, фигурные скобки убрать из этой конкретной задачки, но я внешние все-таки оставлю, потому что тогда видно, где кончается этот цикл. Вот, лучше определяется. Впрочем, и здесь может тоже не выпендриваться и поставить нормальные фигурные скобки. Будет четко видно. Вот его конец. Конец вложенных операций. Ладно. Так вот, сейчас я увижу распечатанными счастливые билетики. Но если мне нужно посчитать их количество, то нужно будет туда еще добавить, собственно, переменную, да, ее изменения. Давайте сейчас просто тупо запустим как есть и посмотрим на то, что он видит счастливые билетики. О, да, он их видит, да, от 0,0 до 9.9. Теперь что мне надо? На самом-то деле мне их распечатывать не надо. Но давайте пока на время это дело не будем убирать. Есть такой прием, можно закомментировать. Да? Ну, потому что мне было бы интересно потом, когда билетики станут более сложными, посмотреть. Итак, что я хочу? Я хочу увеличить количество счастливых билетиков. То есть я хочу их, ну, можно плюс-плюс просто поставить и все. Да? Или плюс равно 1. Вот. И тогда после того, как я пробегусь по всевозможным билетикам, я могу тупо распечатать их количество. Сяут. Ну, естественно, перевод строки. Я ставлю одинаковые кавычки, если это один символ. Если это длинная строка, тогда уже обязательно нужны двойные кавычки. Ладно, что я хочу сказать. Что вот это вот прекрасно будет работать и выдаст нам необходимую нам десятку, да, сразу, вот, то есть он сразу выдает ответ. Их 10 штук. Ну, в этом же задача посчитать, сколько их штук. Вот и все. И когда мы осознали, что происходит, да, можно очень легко эту задачу что сделать? Усложнить до, э, в начале, например, задачки с четырьмя билетиками, потом до задачки с четырьмя цифрами, прошу прощения, в билетике, да, до задачки с а, шестью классической. D2, D3, D4, да, у меня вложенность возрастает немножко, я уменьшусь, чтобы стало понятно. Да, нужно это все сдвинуть вправо. Я табуляции сейчас это выгоню туда. А еще раз? Все хорошо. Так вот, что у нас получается, что у меня, как видите, да? каждый цикл работает со своей переменной, да? И каждый цикл все более и более вложенный. Понимаете, да? Если я просто захочу посчитать, сколько у меня вообще билетиков как таковых, да, ну пока что я делаю 4 циферки, да, то есть я пока не сверху усложнил задачку, да, я сказал, да, 4 циферки здесь, да, 1, 2, 3, 4. И мне нужно сравнивать, соответственно, эту сумму с вот этой суммой. Да? Поменяется условие вот здесь. Да? Условие проверки того, что билетик счастливый. D1 плюс D2 равно D3 плюс D4. Да? Но метод подсчета не отличается. Начальный 0 выставлен, распечатка стоит на месте. Все окей, пора печатать количество счастливых билетиков. Давайте посмотрим. Оп, ну она быстро там посчитала, и поэтому мне только остается притащить результат. 670 штук он их насчитал. Ну, если вы любите комбинаторику, можете аккуратненько пересчитать. Хотя уже не настолько просто получится. Уже получится там не настолько просто, но... Еще довольно легкая задачка. Так, теперь... Сейчас, секундочку. Ну и последнюю, давайте дорешаем задачку, да. А что если у меня билетиков будет, в билетике будет 6 цифр, классика, да. Ну я беру, вставляю дополнительно еще два вложенных цикла фор, да? Я, я все это делаю теперь вложенное, сдвину сейчас вправо. Да, вот так вот сдвину вправо. Мне тут не хватает парочки фигурных скобок закрывающих. Вот. Значит, добавляю сюда, что у нас получается 5, да, это 6, это 5, ну давайте я лучше в строчке аккуратно посчитаю, да, а это 6. Кстати, вот то, что я сейчас делаю, Ctrl-C, Ctrl-V, это очень опасно. Когда вы решаете сделать Ctrl-C, Ctrl-V в вашей программе, задумайтесь об этом. Стоит ли? Может быть, стоит даже написать заново. Ctrl-C, Ctrl-V может привести к совсем нехорошим последствиям. Вы можете скопировать, совершенно неожиданно для себя скопировать ошибку. Но я это все-таки делаю в жизни, да? вот, но очень осторожно. Короче. Давайте смотрим сюда. Нам, естественно, нужно будет переписать принцип того, что билетик счастливый. Теперь у нас D1, D2, D3. Равняется D4, D5, D6. Да? Окей. Поехали. Да, пора запускать это дело. Пора запускать это дело. Сейчас я глазами гляну еще раз на все эти числа, да, чтобы они... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вроде как все ровно. Дышим ровно. Ну что, сейчас мы узнаем количество счастливых билетиков методом тупого полного перебора. Ну вот он уже посчитал. Вот он уже посчитал. 55 252. Вопрос. Если считать количество цифр, количество цифр, для которых нам нужно счастливость определить, если считать количество цифр, сложностью задачи. Насколько сложный алгоритм мы с вами придумали? Ну, во-первых, а, очевидно, что не очень-то у нас удачный. Нам каждый раз, когда меняется количество цифр, нужно переписывать, перекомпилировать программу. Это плохо. Это очень плохо, потому что тогда этот параметр нельзя, нельзя сделать динамическим. То есть нельзя сказать, чтобы пользователя спросить, вот представьте все, что вот здесь вот я спрашиваю, сколько циферок у вас будет в билетике. То есть моя вот этот вот вариант программ, он не очень удачный. Можно поиграться, пробовать там другие сейчас алгоритмы, но я хочу сейчас оста остановиться пока на на этом. Вот. А, и поговорить вот о чем. Подождите. Ну вот я вот сюда добираюсь и вычисляю вот это условие, а это условие между прочим не такое уж и халтурное, это понимаете, да? Ну, то есть я могу назвать это флажком булевской переменной. Да? Ticket, да, the ticket, конкретный. Из лаки. Да? То есть создать вот такую переменную. И положить вот это вот выражение логическое, да, оно арифметика логическое. Положить его вот в эту переменную. Ну, естественно, что эту переменную нужно создать. Да? Я имею возможность ее создать вот здесь вот. Да? И положить туда вот это логическое значение. И тогда я для чего это выделил сейчас отдельно? Чтобы вам было ясно, что вот эти действия придется вычислять и для счастливых, и для несчастливых билетиков. То есть мне необходимо будет вычислить раз, два, три, четыре сложения. Да, и одно сравнение. И теперь следующий вопрос. А сколько же раз вот это действие, которое неминуемое, да, сколько же раз оно будет выполняться? Ну, на самом деле, я вот здесь могу немножко покороче записать, но только у меня строка тогда еще удлинится. Мне еще чуть-чуть уменьшить. Вот так. Например. Сколько же раз вот это вычисление должно будет произойти? Я могу это посчитать, опять же, методом примитивным. Давайте заведем переменную счетчик, которая будет увеличиваться на единичку каждый раз, когда мы сюда прибегаем. Ну, очевидно. Ну, просто это не всегда настолько очевидно, не во всяком алгоритме, да. Но вот сейчас мы можем это сделать и, естественно, что 10 шестой раз это произойдет. Но здесь мы явным образом это можем увидеть, да, и тем самым мы сравним стоимость. Просто сама программа скажет, моя стоимость по времени вот такая. На самом деле профилировка программы, когда мы можем прямо с, при помощи программных средств Посмотреть на скорость выполнения, ну или на количество операций, она является хорошим способом, правда для, ну то есть вот это вот это некий самый примитивный вариант такой, да, но ну, тем не менее такой для отладки, э, да, на уровне вот простом и внятном вполне подходит. вот и как видите у меня получилось, да, вот миллион операций при том, что у меня всего 6 цифр. 6 цифр, да, у меня 10 в шестой. Это плохая история. То есть получается, что у меня, если количество цифр считать сложностью алгоритма, то его сложность от количества цифр, да, скорость поиска, она растет очень плохо. Даже если я число 100... число 100... Да, для двух цифр нарисую вот тут да, то получается, что для числа 4 да, у меня получилось уже сколько? 10 тысяч. Да, 10 тысяч это в 100 раз больше, чем вот это число. Ну, то есть, даже мне трудно это описать. То есть число 100 надо было написать где-то у земли. Допустим, это 10 тысяч, да? Ну, прошу 10 тысяч, просто тысяча, да прошу прощения, 100, да? Нет, 10 тысяч именно, да, и 10 тысяч. То есть у меня вот тут вот скорость работы на, да? с четырьмя цифрами мне необходимо намного больше. С шестью цифрами у меня будет уже... Получается вот такая функция, да? Она, я даже недостаточно быстро ее вверх задираю, понимаете? То есть она вот так рвется туда, да? Как 10 в степени количества цифр, да, количество операций. N операций. Да, порядка 10 в степени n. Это показательная функция. Ну, может быть, вы знакомы с такой функцией, как e в степени x, никогда не встречались? А, ну восьмой класс точно не встречался. Ну, девятый тоже, наверное, еще нет. Ну, 2 в степени x-то вы, наверное, можете себе представить, да? Даже если бы там было не 10, а 2 в степени вот этого n, то это было бы уже ужасно. То есть у меня, представьте себе, что мой алгоритм работает вот с такой скоростью. Да? И тогда что получается? Для числа 1 2 в степени 1, то есть просто 2. Для двойки 4. Для тройки уже 8. На да? каждый раз сразу усложняет. Ты чуть-чуть усложняешь задачу. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть усложним. Чуть-чуть давайте добавим. А сложность вот так взлетает вверх. А теперь доношу важную мысль. Важную мысль. Метод грубой силы является наихудшим методом в алгоритмах наихудшим. Если только можно его не применять, то его не надо применять. Если мы можем его каким-то образом избежать, лучше его избежать. Но он очень часто реализуется вот так. Ну, то есть его часто бывает легко просто реализовать. Понятно? Взять и просто перебрать всевозможные варианты. И среди них раз и нашел, и подобрал. Опа, я, я молодец. Так вот, в олимпиадных задачках иногда можно попытаться для начала решить задачу методом грубой силы. Ну, если вам не подсказывает интуиция, что э, он точно ляжет, да, то есть вы же можете прикинуть, что если я вам скажу, да, посчитать количество счастливых билетиков, да, но количество цифр не 6, да? а 8. А если я скажу вам, что цифр будет не 8, да, и даже, ну, и 9, а 10, ну, я цифру 10 нету, да, но я нолик вместо нее напишу. А если я скажу посчитать количество счастливых билетиков, когда там 10 цифр? Ну, на какую-нибудь там задачку сделать такую. Понятно? И тут надо подумать, так, да, язык C++, конечно же, быстрый язык. Но тут победит уже не тот, кто быстрый язык использует. Какая разница? При вот таком скорости роста сложности решения задачи уже не язык программирования будет определять, понимаете? А скорость вот этого роста, если у одного будет 2 в степени, а у другого 3 в степени, то, конечно же, вот этот товар, у него, как сказать, оно будет расти медленнее. Да, оно может работать условно, там какие-то добавочные вещи, может быть какой-то коэффициентик к сюда есть, да, но это уже вторично. Ключевым является вот значение, показатель, а лучше, если это будет все-таки не 2 в степени, а пусть и не там, n в квадрате n в кубе, да хоть n в десятой. То есть сам x умноженный сам на себя сколько угодно раз растет все равно медленнее, чем 2 в степени n. Поэтому с точки зрения дальнейшего вот этого вот роста, да, надо постараться, э, ну как сказать еще раз, да, полный перебор, он относится к а, вот этим вот комбинаторам взрывным, да, то есть перебор полный. Ладно. Короче, что я хотел сказать. Давайте возьмем, мы посмотрели на эту задачку для 6, я могу запустить для 8 и показать, что для 8 еще компьютер у меня, по идее, справится. Да, давайте глянем, интересно. Мне самому интересно, справится ли, хотя я уже классическую хотел бы оставить, но так вот для прикола я запущу рядышком и эту, может даже стоит сразу для 10 да, сделать, чтобы после этого не захотелось. Хотя сегодня я скорее хотел говорить о э, применении, да, но давайте просто вот увидим сразу ограниченность. 0,1, соответственно, тюлон ЦПП. Все точно так же. Ничего не меняем. Да, я пытаюсь примитивным образом просто... Механически сделать так. Что у нас получается? Здесь седьмая и восьмая. Слушайте, я пока, может быть, и не надо, да, в сто раз этого будет пока может и достаточно. И лучше по очереди постепенно. 7. D8. Да, так, это я механически сдвигаю вправо, добавляю немножко скобочек. Парочку закрывающих ну на самом деле еще раз говорю в данном случае можно было бы не открывать скобки у этих вот да потому что хотя вот у самого последнего фора эта скобка нужна потому что у него тут эти каунтеры. да дайте слушайте я правда у всех остальных их повыкидываю кроме последнего все вот у последнего пусть живет и у ифа она нужна Хотя не факт я что-то не расп... Я не буду я понимаю что такое количество счастливых даже уже нельзя распечатывать вот а, ладно так вот что я хочу в итоге что я в итоге хочу запустить этого крокодилища так но перед этим мне нужно еще немножко подправить подправить а, условия d. 4 нету, зато есть като D7 и D8. Ну, этот будет еще. По идее, я так полагаю, судя по времени вычисления предыдущего, он еще должен сработать. Ну, он сработал. Только благодаря скорости языка C++ он сработал за какое-то еще разумное время. Он нашел 4 миллиона 816 тысяч... 30 счастливых билетиков среди этих самых, да. Давайте немножко еще добавим ему. Ну, простите, сейчас уже шрифт замельчится немножко, но ничего нового не появляется по смысле существенного, да. Поэтому я ничего не буду. Я только скопирую два других цикла. Чтобы это самый. Так, поехали, седьмая. Восьмая, девятая и D. Слушайте, я ее D0 назову, так, для чтобы она не, это самое, не улетела. Пусть у меня будет десятая D0. Так, 6, 7, 8. Аккуратно сейчас, чтобы только я не навалял нигде и не, потом не искать багов. А то он зациклится и зациклится именно по моей вине. Я надеюсь, что сейчас я все отслежу. Д. Десятая, D0. Так, теперь аккуратненько. Слушайте, я э, вот этот вот отдельную переменную. Наверное, уберу, она длинно называется. Counter++ я... Ну, это, это, не замедлит существенно. Это мелкая операция. А вот здесь вот я это дело сейчас внесу просто в условие, и оно будет уже немножко покороче. САА, поехали. D4 плюс D5 равно-равно. D6, D7, D8, D9, d10. Yes. Да? Ну, поехали. Вот сейчас мы должны встрять на продолжительное время, которое уже будет заметно. На самом деле, подлость здесь... Ой, что не так? Сейчас, секундочку. Не вижу. D0. Тяжело, когда нет ошибки. Давайте вернемся к D10. Я где-то использовал D10. А, вот. Вот же, конечно же. Сейчас, секундочку. Окей. Поехали. Ну, вот мы и приплыли. Вот. Ну, надо сказать, что язык C++ настолько быстрый, что даже... Сколько у нас тут получается? 100 миллионов, да? Нет, подождите. 100 миллионов это было у нас, когда было 6 цифр, да? а тут получается 10 в 10. Это уже получается 10 тысяч миллионов, то есть 10 миллиардов. Ну, тем не менее, даже вот с этим мы встряли, то есть вот а, даже на примитивных вот этих циклах, да, вот пол, когда полный перебор реально осуществляется, ну, возникает вопрос, ну, а можно ли ускорить это, ну, хотя бы в два раза? Ну, то есть, вот сколько ждать? Сколько вот это ждать, да? Потому что тут можно было бы начать кликать на эту программу, да? Кликать, 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 потом она что скажет? Программа не отвечает, ну, в данном случае за, за нее отвечает командная строка. Вот, Но вот реально, да, когда такое зависание происходит, программа просто не отвечает, и пользователи начинают спрашивать, пользователи, естественно, что сделать? Закроют эту программу, не будет дожидаться результата. Ясно? Поэтому надо с этим делом осторожно да, и а, не допускать. И нужно, естественно, искать какой-то вариант, это дело улучшить. Ну, на самом деле, здесь есть некоторые очевидные варианты. Я сейчас не говорю, еще раз говорю, о сложности написания, вот этой вот монотонности, тупости, вот этого повторения. Вот, но, тем не менее, механизмы есть. И просто перебирать все числа эм, при этом как это называется, перебирать все числа от нуля до этой самой, 10 миллиардов, раскладывая их на, на цифры, это тоже не вариант. Нужен более эффективный способ. Метод отбрасывания лишних. Да? То есть на самом деле в какой-то момент да, мы можем уже, да, в какой-то момент мы можем сказать, нет, стоп, не получится. Да? Ну, вот, 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 вот можно там какие-то варианты будет отбрасывать. Но я это дело сейчас даже не буду делать. Окей. Ладно, обсудили. Я специально оставлю эту версию ЦУЛОН. И давайте двинемся к. Сейчас, интересно, что у нас по времени. Интересно, когда нас вырубит. Ладно, что сегодня мы еще делаем? Две задачки мы еще делаем. Одна задачка, ту, которую задавал на дом, если она у кого-то есть, давайте мы сделаем так, мы лучше прервем сейчас немножко наш диалог. Если у кого-то есть готовое решение по разложению числа на множители, пришлите его сейчас. А я перезапущу конференцию, чтобы следующее занятие, но сейчас как раз 40 минут оно продлится, и мы закончим в 8. Окей, я тогда прерываю и пришлю. Вот. Ну что же, продолжим. Если вы не говорите, выключайте микрофоны. Мы сейчас с вами обсудим а, разложение числа на множители. Очень интересная задачка тем, что она не решенная. До сих пор. Точнее, она, а, нет прямого доказательства, что она не, не, а, не может быть решена эффективным способом. Есть всякие разные условно-грязные способы это сделать для некоторых специфических ситуаций. Красиво быстро разложить на множители. Но в общем случае это алгоритмически сложная или, как говорят, НП сложная задачка. Но я не буду эти понятия вводить. Давайте попробуем просто взять и разложить число на множители. Итак, разложение целого положительного числа на множители, натурального, естественно, да, по основной теореме арифметики, по сути. Как мы можем поступить? Дело в том, что если число раскладывается на множители, да, и некая х раскладывается на d1 умноженное на d2, умноженное на d3, умноженное и так далее, умноженное на d kt, да, я сейчас предполагаю, что эти d могут повторяться. Не так, что они... Не так, что они... Эм, ну, есть вариант разложения, что они с какими-то степенями. Есть вариант так сказать. Пусть у меня эти дэшки находятся вот в таком отношении. D1 меньше либо равно, чем D2, меньше либо равно, чем D3 и так далее, меньше либо равно, чем DK. То есть, как это называется, а, нестрогое возрастание. Нестрогое возрастание. Или, может сказать, неубывание. То есть они могут хоть равняться все друг другу, но не убывать. Да? То есть такого, что там какой-то меньше, чем этот, я их выстраиваю ну или, часто говорят программисты, просто по возрастанию. Да, но в данном случае это именно что не строгое. Вот. По основной теореме арифметики такое разложение у каждого числа существует. И единственно. Имеется в виду, что d1 не равняется единице. Да, то есть все эти, эти делители да, являются да, натуральными числами отличными от единицы. Повторите, Мария. Ладно. Нет, если есть вопросы, задавайте, можно. Значит, это самое. Если что, в Телеграме можно писать. Я сейчас говорю о разложении числа на множители. Итак. Сейчас, одну секундочку. Ну, окей, ладно. Просто ваших голосов в запись все равно не попадет. И хорошо, <laughs> и не надо. Я могу озвучивать, если понадобится. Если будет вопрос, просто буду озвучивать. Так вот, согласно основной теореме арифметики, разложение такое существует единственная Задача, как его найти? На самом деле, можно идти очень просто. Если мы у числа будем находить минимальный среди его делителей, возьмем какое-нибудь конкретное число, там, не знаю, 120. Да? Вот мы возьмем какой-нибудь минимальный его делитель. Да? Вас же в школе учат этому методу, вот мы его и попробуем повторить. Да? Пробуем вначале поделить на 2, и оно делится благополучно на 2. И мы делим на 2 до тех пор, пока оно делится. То есть мы не переходим к четверке. От нуля, о, о, в смысле, от двойки до икса не включительно? Нет. 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 А, не, нет. Нам не нужно искать будет все. Вопрос сейчас в том, что а, человек предлагает найти все простые числа от нуля до корня из икса. Этого не надо делать. Задача проще. С одной стороны, проще. Я... Да, 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 можно. 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 Значит, еще раз я озвучу, поскольку звук не идет. Я, я сейчас... Сам, я бы на самом деле вставил все-таки, только нужно найти, где там. А, елки-палки. О, кажется, я нашел. Сейчас. Раз, два, три... Так, Владимир, можно еще раз? Звук есть? А, идея так. Ну, да, я тут. Все, идея звук такова. доходит. Вот у нас, например. Да. да. А, говорить, если у нас число, например, не поделилось на двойку, то мы должны дальше проверять каждый раз простые числа в диапазоне от двойки до половины х. Текущего. Далее мы. А текущего да, состояния. Текущего. Да, то есть вот в этом случае, да, 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 да ну конечно. Нет, это позволит еще да. немножко ускорить поиск, да, вот в, в, в и конкретных случаях. если найдем. Мы Короче, найдем 60 на 2. 2, да, мы берем, но самое главное сейчас мысль, которую я пытаюсь первой донести, это то, что вот этот делитель, да, мы берем и делим, пока делится. То есть мы не бросаем двойку сразу. В ситуации, когда мы проверяли простоту, как только мы обнаружили делитель, на который число делится, мы можем дальше вообще не двигаться. А вот в этой ситуации да, мы продолжаем, мы продолжаем до тех пор, пока мы не упираемся вот в такое состояние. Да? И потом мы вынуждены отказаться от двойки, потому что на двойку перестает делиться. Тогда мы пробуем следующий делитель. Да? Тройка. На тройку делится, получается пятерка. В этот момент нет смысла перебирать ни двойку, ни тройку. Да? И действительно, я могу сказать, ну все, да, действительно, делитель уже меньше, чем корень квадрата, хотя в данном случае нам наш человеческий опыт подсказывает, да. Но фишка в том, что оно, конечно же, не делится уже и на 4. Можем проверить, можем не проверять. Лучше, если мы будем это делать. Мы же уже научились в тесте простоты, что можно останавливаться, когда у нас там, делитель в квадрате да, не превышает числа. Вот. Но, между прочим, надо обратить внимание на такой вариант, когда 121 мы будем раскладывать. Да? 121 будет 11, да, и в этот момент очень важно не сказать, что, ой, 11, а, соответственно, у меня, ха -ха, ну, как сказать, уже все на 12 не делится, то есть, да, очень важно вот это доделить до конца, да, вот эту ситуацию, когда простое число возведено в квадрат, нужно учесть. Ну вот. Ладно, что я хочу сказать. Пятерка, да, результат единица. Самая простая реализация выглядит следующим образом. Вот у нас есть x. И мы говорим, а пока этот x просто тупо не кончился. Вот как в школе учат доводить до единицы, да? Пока этот x не равняется единице. Да? И что мы будем делать? Я буду начинать с делителя равного двойке, да? И буду говорить, если x делится на этот делитель, то есть x по модулю d равен 0, то я что делаю? Я не заканчиваю вычисление, а я говорю, М -м, замечательно, да, замечательно. Во-первых, этот делитель надо ну, куда-то выплюнуть. На самом деле есть вариант, его может быть в какой-то там очередь нужно пихнуть. Но ну, в данном случае может быть его просто распечатать на экран. Да, в массив какой-то в список. Сейчас не будем. Давайте пока тупо на экран. Это пока не так важно. На экран его. Делитель этот является победителем, да, ну и перевод строки. Значит, а второе, что очень важно, поделить x на него, чтобы x больше этого делителя не содержал. То есть вот вычислить вот этот вот, да, с отброшенным его. x равен x разделить на d. Ну, в данном случае целочисленное деление делается так же, как обычно, только типы должны быть целыми. Короче, он автоматом именно целочисленное сделал. А вот здесь, если вы были в прошлый раз, в частности, Володя, да, был, то я там писал else. И это глючило у нас там. Я говорил else d плюс плюс. И там получалось, что если не поставить break, <laughs> то оно глючит. Вот. Почему? Ну, потому что э Потому что оно э, не выполнялось никогда. Были ситуации, когда не выполнялось никогда. Для составных чисел. Если нет брейка. И в результате перестал расти. А здесь как раз ситуация какая? У меня зато x уменьшается. То есть принцип другой. Не то, что там x у меня, э, этот самый, d меньше x. Да, пока d меньше x. А что x у меня кончился? x равен единичке, все, каранты. Мы приехали. Да, можно ускорить это так, как сказал Владимир, и вот это условие исправить. Но будет такая интересная фишка, что возможно окажется, да, что x, собственно, не равен единице, да, а может и равен единице. Вот как ситуация 121, да. Что я скажу? Пока, да. Что у нас получается? Сейчас одну секундочку. Пока d квадрат да, d квадрат да, меньше либо равно x. Я мог, кстати, вот в прошлый раз я не, не обратил на серьезного внимания. Мне кажется, это была с ошибкой на доске, поскольку только на доске я писал сегодня, но кажется, я забыл равно сказать. Вот. Но это важный момент. Именно меньше либо равно. Иначе 121 мы будем считать простым числом. А это неправда. Вот. И тогда мне нужно будет в самом конце, после того, как цикл закончится, выплюнуть оставшийся x. Его тоже нужно будет выплюнуть на экран. Иначе, ой, не только не d, да, а x оставшегося. Потому что то, что в нем осталось, да, это будет по сути, вот я говорю так, стоп, вот этого вот делать не надо. Я и так вижу, что оставшаяся в x является тоже простым множителем. Ну, он уже точно простой, понятно? Такое небольшое совмещение по сути теста разложения на множители с тестом простоты. Ладно. Что я хотел про него сказать? Кажется, что сложность у него линейная. То есть что у этого алгоритма асимптотика линейная. Ну, то есть у меня x растут, ну и количество перебираемых делителей, даже в самом худшем случае, слушайте, ну подождите, но ну, даже если x раскладывается на одно простое число, даже если он простое число, да, то у меня будет а, количество операций пропорционально самому x. Да, ну то есть нужно перебрать делитель, опять же, ну в пределах ну всего икса. А если уж вот так, то это даже будет еще круче. Как это клево. Корень из x, да? корень из x будет ну, пропорционально сложить алгоритм. Вау, круто, какой классный алгоритм разложения числа на множители. А в чем его сложность-то? Да дело в том, что когда люди рассуждают о сложности алгоритма разложения на множители, то вот этим параметром является не число x а количество двоичных цифр. Количество цифр в числе x, ну, двоичных. Да? Если в числе x одна двоичная цифра, оно однобитное, то что у нас получается? Два всего числа, 0 и 1. Да? Двухбитное 4, трехбитное 8. То есть у нас с количеством цифр, да, x пропорционален 2 в степени n. Я говорю, ну подождите, но ну мой алгоритм, он такой клевый. Да, он как корень из x. Ну, давайте возьмем из этого корень. Что такое корень? Что такое корень из чего-то? Это, по сути, взятие одной, ну, степень 1 вторая. То есть, по сути, корень из 2 в степени n это все равно, что 2 в степени n пополам. То есть, вот это ускорение, да, если его рассматривать по количеству цифр, да, и говорить на самом деле это x равен 2 в степени количества цифр. Ну, то есть, когда люди усложняют алгоритмы шифрования, говорят, давайте там 512 бит заменим. На самом деле никто не заменит на 513 бит. Да, но даже на 1 бит добавить длину числа которые надо раскладывать на множители, даже если под 512 и 513, то сложность возрастает уже в два раза. А если мы от 512 переходим к 1024 битам, к 1024 битовым числам, кибибайтное число, да, ну, в смысле его количество двоичных знаков, да, 1024 знака двоичных, вот. Разложи на множители. Да? Ну, просто ну, объем информации вырос в два раза. Ну, то есть, ну да, цифровая подпись стала немножко длиннее. Да? Там, ну, какой-нибудь там ключ стал длиннее шифрования. Ну, а сложность, если она переборная, да, если это вот такая вот переборная, то получается сложность возрастает в 2 в степени 512 раз. Да? И то, что у меня n пополам, ну не сказать, чтобы супер клево, а то есть у меня была вот такая функция, которая вот так вот растет. Я придумал вот такое ускорение, говорю, давайте я до корня из числа буду бежать. Ну, он чуть-чуть ниже стало, чуть-чуть стало пониже, чуть-чуть, но это не будет заметно на, на вот этом гигантском возрастании. Реально просто не будет заметно. Это будет, как сказать, небольшой сдвиг вправо. То есть оно чуть-чуть сдвинулось вправо. Но это не на самом деле то, то что есть, короче это не повлияет. То есть, вот мы чуть-чуть сдвинемся, ну, а мы сдвинемся, увеличим еще немножко количество цифр. Все, каранты приехали. Ясно? Поэтому разложение числа на множители является эффективным с точки зрения защиты информации. Да? И оно вот, э, ну, я сейчас алгоритм это рассказывать не буду. Да? Достаточно того, что разложение является как раз неэффективным. Да? А другого способа нету. Поэтому, если мы придумаем два простых числа, и перемножим одно на другое, сгенерируем эти два простых числа и перемножим их одно на другое, то разложить обратно на эти два простых числа будет очень сложно. Друзья, я немножко ускорюсь, поскольку осталось 15 минут от занятия. Давайте рядом с вот этой темой, да, и вот этим полнопереборным алгоритмом, я его сейчас не буду реализовывать, лучше я реализую другой. Это, ну, возникает вопрос, если вот есть некая эталонная задача, да, такая вот условная, эталонная, такая вот классика, а как ее могут в, в Олимпиадах применить? Да, где, что, где можно вот нечто подобное увидеть? А, опять же, тоже из, это тоже уже супер классика, тем не менее, да, поиск совершенных чисел, да, Найти, соответственно, минимальное совершенное число. Ну, да, давайте так, просто найти все совершенные числа. Найти все совершенные числа да, ну, в пределах там, от, соответственно, единицы до какого-то числа там, n. Давайте так, определение, что такое совершенное число, знаете? Когда сумма делителей равна самому числу, не считая его самого? Да, 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 именно, именно что, не теперь, считая наверное. его самого, да, действительно, давайте посмотрим. То есть, вот, например, у числа 2, какие есть делители, оно делится на единичку, и 2 делится на двойку, да? Ну, не считая его самого, получается, что его делители, да, то есть его делители, не считая его самого, да, они у меня какие? Единичка. Делители двойки – это единичка. Делители тройки – тоже единичка. То есть все простые числа не подходят 100%, да? Ну, единица, она является… Нет, единица не является, поскольку не включая сама себя, да? Но единица вообще-то является делителем, поэтому ее надо включать. Да? Вот кого можно найти, у кого сумма делителей будет равна числу? У числа 6. У числа 6 делитель единичка. У числа 6 делитель двоечка, у числа 6 делитель троечка. Ну, шестерочка, да, тоже является делителем самой себя, но само себя мы, естественно, не берем. Потому что как число, что не будет больше самого себя, да? Если включить самого себя, тогда совершенные числа равны э, удвоенной сумме своих делителей. Потому что само оно входит. А так 1 плюс 2 плюс 3 как раз нам дает... Дает нам 6. Надо сказать, что здесь должны входить не только простые делители. То есть здесь мы не имеем права остановить свой перебор остановить свой перебор на вот этом простом разложении числа на множители. Пока никаких хитростей. Но если у меня в числе будут входить и какие-то непростые делители, то они тоже должны будут суммироваться, и вот нужно будет их брать. Понятно? То есть, если бы оно делилось на 2 на 3 и э, еще раз на 3 например нужно было бы сделать и 2 плюс 3 плюс 6 и плюс 9 да то есть мы должны были бы вот эти попарные варианты тоже сюда включать ладно давайте же это дело реализуем вот сразу к реализации пойдем так ну я в качестве этого наброска возьму наши простые числа Ой, не простые числа а эти, про счастливые билетики. Несчастные. Значит, что я хотел из них оставить? Самый минимум. 0,3. А как совершенные числа назвать, если честно не понимаю? Идеальные. Идеал. Ну, есть конкретное наименование на английском, но я боюсь, что я его сейчас не угадаю, искать долго. Итак, что мы должны делать? Вот мы вводим число, а, вводим, не, мы не вводим число. Эти числа нам надо перебирать, да? Соответственно, ну, нам это, ладно, вводим мы число, знаете, какое? Мы вводим число, ограничивающее поиск. Вот это да. Давайте заведем это число, int n, да, это у нас ограничитель поиска, Вот. А теперь мы, собственно, перебираем всевозможные иксы. Ну, задача так и ставится. Найти все иксы, начиная от одного, я не буду выпендриваться, я так и буду их писать, да, до n, да? не включительно. Не так, не так принципиально, давайте сделаем включительно. Вот, x плюс плюс я ж не знаю заранее совершенно число, несовершенное, по какому принципу там их отсеивать. Но и, таки... А я немного забыл. А вот x плюс плюс, это что значит Два X плюс плюс, это до... то же самое, что плюс равно 1. Это операция а, инкрементации. Ну, да. Цикли for, я напоминаю, у нас выглядит как? Это как цикл while, у которого вот это сделано до цикла. То есть, если я это вынесу вот сюда, Нет. пожалуйста. Да создать переменную и присвоить ей начальное значение. Вот это действие, это которое выполняется на каждой итерации в самом конце, это итерирование, собственно. А это условие продолжения. То есть я могу цикл for всегда в C заменить на, безболезненно на цикл while. Ну, кроме современного цикла for, про который сейчас речь не идет. Ну, давайте все-таки вернемся к более привычному, классическому виду, да, то есть, когда начальное значение дано, тем более, что оно выглядит красиво. Вот он старт, да, вот он стоп, ну, правда, сейчас я сделал включительно, да, а вот он степ. Как в питоне, функция range. Короче, что я делал? Вот здесь мне нужно, вот, все, вот мы приплыли. Вот здесь мы проверяем x на совершенство, да. Я либо его... Ну, давайте, они вообще-то редкие, да, эти совершенные числа редкие. Я тоже, конечно, заведу counter, да, положу его в нолик. Давайте я counter буду перед форумом заводить. Вот, и я его выведу в конце, да, всего совершенных чисел, да. Number of ideal numbers. Количество идеальных чисел. Да? ок. Но я их тем не менее хочу и сами числа то тоже распечатывать, да? Как мне это определять? Мне нужно посчитать сумму их делителей, sum of divisors. Ну, естественно, как помните, как мы считали сумму чего угодно, да, сумму последовательности, да? По сути, сейчас, да, вот здесь вот я буду осуществлять генерацию. Всевозможных делителей, да, потенциальных. Затем я буду осуществлять с каждым из них проверку, проверка, да, что потенциальный ре является реальным делителем, да, что это действительно делитель. Смутное ощущение, что звук от Владимира добирается до нашей аудитории. Поэтому я его прикручу. Включай. У меня включен звук. А ты его выключай на время. Выключай его на время, пока не говоришь. Это я тебе выключил. Короче, еще раз. Значит, этот самый: Хочу сделать комментарий, план да, действий, а потом их реализовать. То есть вот здесь вот да, я буду генерировать всевозможные потенциальные делители, проверять, что это действительно делители да и если так да я их буду суммировать да ну и суммируем. Простите. Эй. Да. да. Все. Понятно. А потом в самом конце я буду добавлять к этому что? Да? Если сумма итоговая да, равна, соответственно, чему? Х да, равна числу х, да, то он да? равна, ну, давайте число число уберем. Вот, вот так вот. Окей. Все. Давайте реализовывать. Генерация всевозможных делителей. Каким образом? Ну, давайте соорудим это при помощи, а, ну, опять же, можно там э, циклом while сделать, но я сделаю циклом for. Давайте сделаем тупо циклом for. Значит, я запускаю Делители d, начиная с единицы, d не должен достигать x. Да, естественно, я тут могу остановиться в какой-то момент, но x пополам еще надо проверить. Я не должен его отбрасывать. Поэтому, ну, давайте я могу хорошо. d меньше либо равно x пополам. Вот можно так сделать, да? Так, хорошо. Ну и d нужно увеличивать. d плюс плюс. А если x пополам это вещественное число, то что? Не этого не получится, Или потому что 3? вот здесь x пополам будет с отбрасыванием остатка происходить. А, это существенное число. Ну да, ну то есть в C у нас, к сожалению, не отделено целочисленное деление от обычного. Наоборот, разделить так, чтобы оно было не целочисленным, будет некоторая проблема. Нужно каким-то образом превратить одно из этих чисел, хотя бы одно из этих чисел, превратить в дробное. И для этого есть всякие приседания, но самый простой метод его явным образом отправить во флот. Ну или дабл лучше. Лучше дабл, дабл это число двойной точности. Короче, оно по умолчанию целое на целое автоматом будет это самое. Я забыл вот здесь этот самый x определить. Я не написал ему, что этот самый int x. Ок. Так. Значит, что я хочу? Проверка, что это действительно делитель. Но эту проверку нужно делать для конкретного делителя. Суммирование, если это так, это тоже для конкретного делителя. То есть это вот, вот здесь. Да? Поехали. Как проверить, что он действительно делитель? Ша. Если x по модулю d равен нулю. Все. Если это так, то он делитель. Правда? Если это так, что мне нужно сделать? Засуммировать его. Значит, а что я что его добавляю? Sum of divisors да, плюс равно d. Да? И теперь, к моменту, когда закончился этот вот цикл с генерацией и отсевом, да, ведь, послушайте, вот то, что здесь происходит ничем принципиальным не отличается от того, что мы делали с вами на... каком уроке это был? У меня ощущение, что второй где-то там. For сам, вот где-то там. Ну, почти, нет, там не было отсева, я еще if не сразу ввел, я по порядочку вводил конструкции, но уж в третьем-то точно там был у нас с if, -ом. Там был этот Макс, я, видимо, уже пропустил этот момент. Может быть, там где-то было во втором с Вайлом это дело. Вайл сам, может быть, был с Ифом. Нет, к сожалению, он тоже без Ифа. Но небольшой отсев вот здесь вот, да. Вот здесь добавить Иф, чтобы это происходило условно. И вот вся сложность, она вот, вот условно такая же, да. Просто это вложено для анализа конкретного икса. И таким образом получается, что я э, перебираю числа в некотором диапазоне, дальше делаю фильтрацию, отфильтрованные числа я суммирую, вот я получил сумму отфильтрованных чисел. И теперь остается для проверки совершенства только сравнить само число да, с полученной суммой. И если это так, то вот тут вот я делаю два действия. Первое я праздную и распечатываю на экран, собственно, это число, потому что я хочу его увидеть, хочу увидеть такие числа. Ну, единственное, что, может быть, я табуляцию добавлю, чтобы они не мешали мне смотреть на результаты, их отделить сами числа от количества таковых чисел. Ну и, естественно, перевод строки мне тоже понадобится. Вот. А второе, я хотел вот в этом внешнем цикле посчитать, сколько их всего. Да, давайте, кстати, вот слово counter мне не нравится. Оно очень, слишком абстрактно. Счетчик. А что он считает? Лучше сказать так, да, что это количество count of чего? Ideal numbers. И тем самым я оживил смысл этого счетчика. Естественно, что мне нужно его и печатать, да, собственно. Соответственно, и вот здесь. Где я уже где реально обнаружил, что это число да, является совершенным, я этот счетчик увеличиваю на единичку. Плюс равно 1 или плюс-плюс. Все. На этом программа написана. Давайте чуть-чуть отдалимся, чтобы обозреть ее целиком. Сейчас. Хотя бы, чтобы тело мейна мы увидели целиком. Ну вот, да, тело main поместилось, а меньше шрифта делать не хочу. Давайте запустимся и посмотрим на набор совершенных чисел. Первое, он сейчас ждет от нас а, диапазон поиска. Ну, мы уже знаем, что C++ очень быстрый, поэтому давайте его загрузим. Давайте его загрузим, пусть он найдет числа в пределах, ну, миллиона. Я думаю, это не займет время. Ну надо сказать, что я чуть-чуть ошибся. Время это все-таки занимает. Да, он довольно быстро нашел 6, 28, 496, 8128. И дальше он висит. Почему? Почему мы так долго ищем? Ведь у меня нет такого количества... То есть, а... Миллион это, чис... это, это число чего? Это ограничитель для икса. Диапазон зоны поиска. То есть я решил, что я ограничу зоны поиска. То есть вот исходную задачу посмотреть, да. Пока что он продолжает ждать да, результата. Вот. Я же сказал, а все совершенно числа от одного n. Нет, он не зациклился действительно на глазок вот так вот не скажешь. Но дело в том, что здесь оба цикла, это циклы фор. И они оба неминуемо двигаются к завершению. То есть у меня зацикливание безнадежного здесь произойти не может. То есть у меня x меняется и увеличивается всегда на каждой итерации. Да? Большой d тоже неминуемо увеличивается, да. Я нигде его не сбрасываю никуда на ноль. То есть он достоверно есть он достигнет вот этого состояния. Миллион в квадрате. Я да, да, да. Фишка в том, что он выполняет миллион в квадрате. Это будет выполняться ровно столько же, сколько выполняется наш поиск билетиков 10-циферных. Понятно? Ну и как видите, после шестерки он нашел еще несколько совершенных чисел. И дальше большой вопрос. Да? А как? А есть ли какой-то более эффективный способ найти следующее совершенное число после 8128? Видите, да? То есть вот я еще раз нет, ну конечно я могу запустить это на суперкомпьютере, ну на каком-нибудь очень мощном компьютере, но взять это дело да, найти, разыскать в научном центре где-нибудь, да, машину с очень быстрым процессором. Ну да, можно, наверное, распараллелить, но это будет требовать очень больших навыков, уже владения какими-то библиотеками, а можно включить мозг и подумать. Вдруг есть какой-то способ, который нам, ну, слушайте, хотя, знаете, математики так делают, Как есть какая-то математическая проблема, да, целочисленная, а есть математические открытые, нерешенные математические проблемы в целых числах, то математики говорят так, ну, давайте так, договоримся так, мы получим ответ в пределах миллиона. У нас этих чисел есть число больше, чем 8120, или таких чисел больше нет. Вот хотя бы вот так. Понятно? Вот если я смогу отвечать на этот вопрос, вот так, что у меня в пределах миллиона таких чисел больше нет, ну, тогда у меня будет некое ограничение сверху. Ясно? Вот давайте мы это дело оставим. Если кто-то из вас найдет следующее совершенно, Только не жульничайте, я вас прошу. Найдет следующее совершенное число, тот молодец. А если кто-то найдет еще там парочку совершенных чисел, следующих после вот 8128, супер молодец. Будем ему хлопать в следующий раз. Хорошо? Вот, ладно. На этом мы с вами наш, собственно... Разговор я прерываю, это просто Ctrl Break, ну Ctrl Break в Windows, в Linux Ctrl C, наверное, в Mac OS тоже примерно Извините, А жульничать это не жульничать это означает? Не жульничать это, это написать понимаю, программу, что придумать какую-то методику, да? да, написать программу. Я ничего я не понимаю. рассказываю. Задача исследовательская, но не жульни- можно жульничать, можно взять пойти погуглить. Нагуглить следующее совершенно число. Я гугли... Ну это ж, ну правда не интересно. Имеет смысл пойти погуглить, когда вы его найдете. Можно. Вот если вы его найдете, да, вот имеет смысл себя проверить, посмотреть. Ну или дождаться следующего занятия. Окей. Ладно. В следующий раз мы с вами начинаем массивы. Да. А есть вариант написать вашу же программу просто? сидеть сесть чей на два часа, а потом посмотреть результат программы, как выполнил до миллиона. Слушайте, ну попробуйте. Я не знаю, сколько... вы же понимаете, вы знакомы с такой технологией, как эти биткоины и прочие всякие блокчейновские технологии? Ну, знаете вот про биткоин? Ну, а вы знаете, в чем фишка? В том, что а, биткоины до поры до времени вообще не покупались и не продавались. Они были исключительно вычислительной валютой. То есть люди их вычисляли. Их можно было получить одним единственным способом. Он поставил компьютер, и он их вычисляет. Ну, то есть он считает, считает хэши в какой-то момент, ему раз, и повезло, и он выиграл. Да, и заработал биткоин. Плюс один биткоин. Да? И там алгоритм сделан так, эта система, что постепенно она все время, как сказать, все сложнее и сложнее насчитать, да, вычислить биткоин. По сути, стоимость одного биткоина, да, она равна э, стоимости, вложенной в, в, его вычисление энергии. То есть мы берем, ставим компьютер, да, и дальше этот компьютер жарит, и жарит, и жарит, и жарит. Вопрос, ну, а вы сядьте на досуге, посчитайте, сколько ваш компьютер потребляет энергии сколько у вас термопакет вашего процессора плюс термопакет вашей там, видеокарточки, даже если вы выключите монитор, который жрет тоже там, порядка энергосберегающей лампочки минимум. А так ват 20-30 он наверняка жрет, как 2-3 энергосберегающей лампочки, даже если он lcd -шный. А уж процессоры современные, не, ну ладно, разные бывают. Но если у вас игровой, то тоже он там ват 150, тоже легко. Видеокарточка сотню съест. Ну а дальше посчитайте примерно. Ну допустим, ваш компьютер ест 500 ватт. Ну я так может округляю вверх, я уж не знаю. 500 ватт в час. За 2 часа киловатт в час. Сколько рублей... Простите. Так, сейчас секундочку. Мне кажется... короче это будет очень дорого вот. так что вы подумайте сколько энергии вы сожрете сколько это будет стоить посчитать вам следующее а потом еще следующее совершенно число на этом все до свидания спасибо